За неделю на территории округа зафиксированы 7 фактов возгорания лесных массивов. Один пожар произошел в жилом секторе, в котором пострадали двое детей. Причину возгорания устанавливает пожарная инспекция. 8 июля в 10 часов в дежурную часть УМВД России по Ненецкому округу поступило сообщение о том, что в поселке Искатели горит жилой дом по улице Строителей. Прибыв на место, сотрудники дорожно-постовой службы услышали крики о помощи и увидели мужчину с ребенком на руках. Остальные жильцы горящего из соседних домов уже тушили пожар. Там гомон стоял, вот что я услыхал. Взял ломик, стал бы ламывать. Потом прибежали ребята снизу. Володька прибежал, Ариф прибежал. Ромка прибежал, они доломали эту дверь, увидали детей, схватили. А пожарные потом уже и мадам тушу вытащили. Оценив ситуацию, полицейские на служебном автомобиле доставили детей в Ненецкую окружную больницу. Сегодня они находятся в реанимации. Прибывшие пожарные оперативно стали ликвидировать пожар. Пожар произошел в квартире номер 26 двухэтажного деревянного многоквартирного дома номер 16. Улица Строителей, поселка Искателей. Значит, выезжали у нас в Люкву, первая пожарная спасательная часть, выходит по Ненецкому округу, значит, 9 человек, 3 единицы техники. Ненецкий арктический комплекс аварийный спасательный центр, 2 человека, 1 единица техники. По прибытии были поданы 3 СЛАБ, работала 212 ГЗС, значит, в 1.04 была ликвидирована, пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадали 3 человека, из них 2 детей. В связи с этим правоохранительные органы напоминают об ответственности, которую несут виновники пожара. Гражданин может быть привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной, если по его вине пожар приведен к уничтожению имущества или пострадают люди. Причину возгорания в доме по улице Строителей 16 еще устанавливают сотрудники пожарной инспекции. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».